Открывай, это я не вижу эту лужу, как дизайн. Вот, потом Таби, чисто для интереса, не чисто, ну, что-то тебе объяснить там. Посмотри, первое в мире убийство Лича, Карагон гильдия называется. Очень красивое видео там, посмотри, как они выносили оружие. Но, честно сказать, это косяк не одного человека, а всех 25. В третьей гильдии Парагонов ни одного вара в рейде, просто ноль, и магов тоже. Там один, по-моему, был. Был. Для Клива, наверное, на ноль магов. Давайте точно так же сейчас сделаем. 5 секунд до боя. 2 секунды до боя. Ну, в плане, вот так вот быстро перейдем. Мутант, я надеюсь, послушается, когда я скажу на хай. И лужу не будем так разбивать. И не будем лужу бегать. И прыгать. Там сюда. Одни локи, да? Чтобы вообще валики не бить. Не, почему? Там сейчас два... будет ловушка. Милики. На танке в голову. Милики, давайте тоже смечать. Паладин, монстр учу. Сейчас будет чума. 0 секунд. Вард. Отец, давай беги. Кто? Сейчас скоро ловушка будет, РДД. Сейчас скоро еще одна ловушка будет, 10 секунд. РДД. Этот ринцел, беги. Все, можешь идти назад. Сейчас ну, еще одна ловушка будет. Одна секунда. Так, РДД. Сколько там у него хп, бля, не могу вторгиться, лича взять. А, еще, бля, дофига. Давайте тогда еще. Там оно место. Сейчас еще одна ловушка будет. Ой, подвис. РДД. Миликов в кратном виде. Сейчас еще одна ловушка будет. Так, РДД. И веди миликов сейчас аккуратно. Милики, не ступите на ловушку. Сейчас чума еще скоро будет. А нет, ошибка, не будет чума. Давайте. Так, повезло, нету ловушки. Давайте на край. Давай, пойди на ману, ставь статема. И РДДшники рассасывайте. Вар, не упади, пожалуйста, отец. Я тебя прошу. Плохо. Везду там, а другого на кого? Джерри. Твой уже начался. Джерри, давай. Ставь на себя метку. А дальше я уже буду водить, вспомните. Бля, Джерри не ставит на себе метку. Она сейчас на себя поставится. Там FPS, бля, да ничего себе. Аж глаз радуется. Моя бабушка, знаешь, как говорила? Я тебе сейчас глаз на жопу натяну. Нифига себе у тебя бабушка. Это та, которая курит трубку. Давайте звезду. Станы готовим. Сейчас скоро еще заражение будет. 2 секунды заражения. Смотрим на ком внимательно, очень внимательно. Станы давайте, станы. Козырь на тебе. Хорошо, что там стоит. Добейте Терригони, дайте еще стан. Стан. И ромбик потом добьете. Да, молодцы, давайте, Гера. Давай, веди его. Давай. Веди. Осквернение в сторону трона будете выносить. О. Хороший наеб, мутант.
Сварингу, он сейчас Сварингу тербол на тебе. Блять, уходите, только не прыгайте. Не прыгайте, давайте стану. Кружочек бейте. Давайте, давайте, давайте. Потом треугольник, станы тоже давайте. Роги тоже давайте станы. Там гнев небес, гнев небес, гнев небес. Ну-ну-ну-ну-ну. Добили? Давайте треугольник добивайте. Треугольник добейте. Уходите на вас после, не бейте дальше, бейте лича. Сейчас будет заражение. Иди сюда к порталу. Давай, давай, давай. Веди, веди, веди. Сейчас заражение будет лоть на тебе. Давай веди его ближе к порталу. Сюда веди его. Вот. Сюда. Лол. Давай, станы. Сука. Хан, ты вообще красава, ебать. Давайте бейте, Валик. Станы где? Станы где? Станы, станы, станы. Где небес, давайте. Роги тоже постаньте там, достакайте с узором. Ну-ну-ну, Терегоня хотя бы добейте. Термак на тебе, осквернение. Бля, блинковаться не учили. Сколько там ничего не хп. Ты импер, если да нет. Ладно, давайте ближе, как центр станет, да и все. Ну, ДД. Сколько там, 5 секунд. Всё, стой. ДД станет в валик, и фул ДД в лича. Да, же так и сделаем. 2%. Давайте на край ближе. Стой, 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 сейчас заражение будет снимать, осквернение сейчас будет. Давайте бейте лича. На мне осквернение. Аккуратнее только веди его. Ой, я сейчас сдохну, блядь. Дай гим на хп, козырь, пожалуйста, гим на хп дай. Ну-ну-ну, вы бьете лича там? Выйти, все повезло. Сака. Блядь, а мне вязка, тут... нахуй. Пиздец. Чисто на... Ну, это рывы хуёвое осквернение выносим, если чё. Ну... Кто не заметил, он вынес осквернение параллельно лича, если смотреть камеру немного 180. Ну кто так делает, Шаман, ну пизда. Ты движешься с рейдами, выносишь параллельно осквернение рейду. Я вообще его в сторону немного увел. Давай, Шаман, порадуй нас с Джерионом, прояви немножко самоотверженности, ибо не себе 500 ГП, блядь. Чисто. Так. Стану только починить. Блядь, зараза уходит. Есть, блин, узнайте в гильдии, кто еще может пойти. Что значит камера на 180, ты что имеешь в виду? Да я же объяснил, мне неудобно релить и хилить за хила. Просто четко назад на 180. В какой ситуации? Мне Транрек про это пишет. В любой, ну то есть похуй, просто хуяришь назад, да? Не, ну то есть смотрел на лича? Не, я его не назад, я его вправо еще носил. Назад я его не нес. То есть вот я стою, да, портал поставил локом, бью, 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 смотрю на вас, на рейд. Хуяк развернулся в обрыв, смотрю, да? Вот так вот, заебись. В любой непонятной ситуации, да? Я понял. Валька. Валька схватила, повернулся, да. Лужа на тебе повернулся просто и вся. Надо Олегу и релить. Этот рейд не спасти. А, сейчас Вальки там аккуратнее. Вон там Валька есть. А нет, ошибка. Блять, забыл починиться. Сейчас. Так, так, так. Распанк, ты что там зайдешь, да? Зайду я прилогуюсь. У меня ленточка пропала. Меня наебали как-то. А куда маг делся? Зову по которой. А он попросился уйти, ему надо. Так, кстати, ГП. Там все лича били, я просто был очень далеко, я вообще не видел, что вы там. Я указал, что там кто-то бил еще этих валик вместо лича. Забили лича, просто вальки оказались
пролетали над лужей, и когда они, ну, лич перевелся, началась переходка, он начал кастовать зиму, и люди, три человека сразу одновременно упали в лужу. Она их поддамажила, а потом тикнула зима и их убила, блядь. И еще тех, кто до края не добежал, ебануло нахуй. В идеале вы должны на линии стоять, вот на этой, на разломе, блядь. И как только, ну, блядь, лич воткнул меч, сразу прыгать, сука. А вы, блядь, дамаг получили, сдохли все. Просто вальки в лужу полетели. Да, просто, ну, прикинь, просто... Вот прикинь просто, если бы вальки не к краю летели, а к луже, нахуй, к любой, блядь. Засумонить еще мага, вот поставишь шкаф. Это было бы вообще... Так, а Джаспанк зайдет? Да, да, говорю же, зайду, я просто этот вот, ну, пробую антиэррор врубить, потому что, ну, говорю, ленточка пропала, обидно капец. Ну, я думаю, ты ее не вернешь, эти. Ну, это, блядь, наверное, какой-то обмен на пояс, который я год выбивал. А чё ты вайпнул рейд 100 гп, блядь? Я там трэш не бил, тоже мне сотку, да, 400 дал. Давай-ка снимай 300, блядь. Я этого не видел. Чё не видел? Как ты, кстати, влупился в эту вальку? Я забыл, вторую. Кого? Ладно, забей, ты не понял. Ты что-то сказал, просто не слышно было. Я не видел, как ты, кстати, валик там переключался. Не, тебе уже и так хватит. Я говорю про это, про леди. Ты 400 там что-то дал в итоге. Ну так сколько ты там косяков сделал? Я тебе один раз сказал, два раза сказал, три и четыре. Так на леди прошли, все, какой еще косяк? Я ж потом ливень кастал, что не видишь? Ты ливень потом начал кастовать, когда я тебе сказал, что снова получишь ГП. И потом все равно продолжал, я видел там стрелы тьмы из пепеления. Я ж тебе сказал, я тебе вторую взял. Так я ж видел, после... как ты вел. Ты чё, это ж после ливня? Нет, это еще было не после ливня. Ты опять бил босса, я тебе опять сказал, что я тебе сейчас дам ГП, и потом ты только начал кастовать ливень. Фу, блядь. 500 ГП себе зажал, да, короче? Начисляй себе 500 залай, блядь. Как ты там сказал, не ты... Как ты мне вчера сказал, не ты РЛ, не тебе решать. Красава. Но есть правило. Есть правила, но я даже в прошлых рейдах за вайп рейда не начислил по 500 гп, я сотку давал спокойно все. Ну, и не начислял гп за всякую мелочь. Так вот. За какую? Кстати, маг. А, дайте ему бафы, кстати. Олегу надо бафы дать. И дайте кто-нибудь лапу, у меня уже риги закончились. Я все, что есть, отдал. Отдал. О, все отлично. Запалять это оба. Ой. Упс. Это Олег, ты будешь его потом собирать? Олег с нами? Да ты, да, что, с нами. Принцесс, что там собирать? Никто сейчас слушает. Да хоть тебе ВК. У нас было, по-моему, одной ВК снижение. Вы ж после резки вчера ходили в ВК, мне просто нет рубануться. Мой метку, блин. Что ты на меня нападаешь? Меня ж теорию, меня киллбот закрывает, и я не вижу ловушку. Я все не знаю, как шкурку поменять, вот так, чтоб, ну, чтоб меня на полэкрана не торчал. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель... Сейчас скоро ловушка будет. Да, да, да. Ну, 5 секунд. А ну, без беги.
Анубис. Без того. Короче, что новушка будет? РДД. Проведи чуть кого-нибудь. Сейчас, короче, еще новушка будет, 2 секунды. Так, милики. Сейчас чума будет, 2 секунды. Джерин, беги. Диспел. Сейчас ловушка, 2 секунды будет. Диспел с ДК. Блять. РДД перебежали. На трэше есть чума? Блять, нету чумы. Там на Джерин. Джерин, давай снова назад. Как она оказалась в мини-зоне? Варвать здесь есть чума. Следующий надо как-то обязательно, мне кажется, сейчас вай будет. Даже включусь. Чума 1 секунда. Фаермаг, беги. Ой, выноси чуму. 2%. Давай, веди на край. Миликов тоже на край уже веди. Веди, веди, веди. Давайте на край. Сейчас чума будет долго стакать. Одна чума только. Давай, Гин. Айоши. Да, дай, пожалуйста, капли по Владимиру. Попало. Он у нас не отвалился. А это Олег, я сейчас на тебя метку поставлю. Поводишь рейд хорошо с вальками. Дайте еще каплю. Этот как его? Гефестиум. Дай каплю попало. У нас конь не гину. Так, Олег, даю тебе ассиста, поставишь на тебя метку. Дальше я пробую кому-то заводить. Стар добейте. Давай танк пока, танчи сбоку. Танк хильте, блядь. Вайп вообще. Не-не-не, нихуя. Забирай. Не, хотя бейте, бейте. ДТК забери. Ух. Олег, ты на семетку поставил? Пойдите чему? Солял. Давайте звезду становитесь. Чему да, надо дискорить. Вы протопало-то, ебать, поднимите или... Конскерить, подними, что упало. Валик, сильнее бейте. Бейте, кружочек. Станы где? Станы. Станы. Сейчас сквернение будет. И фестим, выноси. Да сука. Не прыгайте только, да? Ну танк есть, нет? Ёбаный рот, падайте. Да все, падайте. Сука, мужу прыгай. Каждый драйв такой, да? Ну, один раз я заслакал. А нет, первый драйв. Там хер поймешь. Надо, кстати, глянуть видос. Что там вообще было, Олег? Я расскажу. Видос глянул. Какие видосы? Ну, есть, ладно, второй драйв, по сути, не за меня там был. Я не вовремя вынес. Не хочешь, кстати, потому что мы 3 килла идем. Почему Милик бьет в спину Лича, оставляя осквернение ближе к процентажу центра, к диаметру где-то на 25%. И, ну, короче, что он вообще в этой позиции делает, Гефестиум? Что ты делаешь в этой позиции? Что ты скажешь в свое оправдание? Ты уебан? Ты, блядь, смачно умеешь сказать. Я подожди, я гляну. Давайте спросите кого-то в рейде, может быть, у кого-то лок есть. Все милики, которые бьют валик, должны находиться или справа, или слева от валик. Да, в центре... Фестию, скажи, и тут два танка упало, я упал от недохила. Да, с хилами там проблемы. Да не, с хилами сначала было нормально. И, ну, танк словил из-за него осквернение. Понятно, что танк упадет. Ну, если что, ты можешь посмотреть детали смерти в рекаунте. Чё и как убило танк? Кстати, Олег, нормально все захиливалось. Там спокойно. Чисто это лужа.
Там, если никто не заметил, то лужа набила порядка 200 тысяч так, за 3 секунды тик. Но там никто ничего не отхилит. Вот можно я объясню вот минус большой этого рейда? Вот этого ФДК, ой, блядь, АДК у нас нету с замедлением. У меня есть АДК фуловый, блядь, 20к дает. Сука, я локом не, ну, нихуя редко играю. Смотрите, какой у меня ДПС, 3%, блядь. Я выше таби, блядь, на сколько там, на процент. Это ж пиздец. Попросите лока, может, повороте там, или кто зайдет. Я на АДК, блядь, и баф будет пристам, и замедление будет, и пиздец. Мы убьем этого дурака. Если вдруг... Это, Кумен, я тебе даю пати, но у тебя почему-то нету. Попросите там, вон, повороте, не знаю. Поворотишь. Да вон у нас сейчас заходит. Так, а Рошер, ты кто вообще? Да, здесь не смонти его. Акумен вообще здесь? Акумен, ты здесь? Ты, Рочестер, это бомж какой-то. Пайс Фриз, что ты не сделал спек с лужами? Он ФДК, весь рейд. Давайте я зайду на АДК. И найдите лока. Или без лока давайте захуярим. Минус СПД. Так ты смотри, сколько я ДПС даю, сука. 9к, блядь. Или 9, или 20. Есть разница? Сумонни. Смотрите, сумонни. А, это Телек. А чё ты вместо мага зашёл на вары? Потому что я буду рейлить. А, ну всё. Кстати. Хотя дашь сам лут, я тебе рыло уже передам, мне сейчас будет легче хилить. Это еще дайте кто-нибудь лапу, у меня 4 и закончились. Пиздец, 5 варов. Я даже не понимаю, чего ты зашел за него, мог бы за ДК зайти туда. Могу на 6 вара зайти. Нет, спасибо, Войта. Сиди лучше на локе, хоть и с ПД. 22к дам. Кому это из ПД? Ты посчитай ДД классы, блять. Фаермаг, Таби, 5 КГС и Shadow DC, блять. Это пиздец, кому там из ПД надо? Хилы, Войт, хилы. Ну вот у тебя и да. Security схватила Вальку, блять, все сдохли от заражения. Угу. Правда. Кто станет Вальки? Я кружок. Ромб. Она... Ромб Гефестиум, трусы, Бономор. Второй, кстати, забыл, по-моему, джаспанк треугольник, а ну без ромбика, кружочек, самогон. Хорошо, тогда джаспанк, кружок, вторая волна, а ну без ромб, банамур, трусы, все время станешь. Каждую волну. Самогон, кстати, не рука. Блять, протопал с уебанским спеком. Ни стана, ничего нету. Вагон уже объявился. Могу про товаром зайти. Сейчас зайдешь на ДК, Вальки сливали. Да, Валик мы даже и без лужи нормально сливали, мы же на третью фазу уже почти перевели. Точнее перевели, но Вальк на себя заменил. Классно. Кулак по вару дайте. Это то, чем мы не спели. Вроде бы шаман там писал, что я тут спелил, вот Гутер был. Thank you.
Милики в квадрат. Где согреться, чума? Да, где согреться, сказал. Милики ловушка. Классно, не спалишь. Хатай, поднимай и на ласа. РДД ловушка. Чума 3 секунды. Вставай, Левелас. Милгар, чума. Классно, встал. Падаем. Охуел уже. Это диспелить и так? Не, он нормально. А не кстати диспелил. Я не видел диспела ни разу. Короче, это была, знаешь, в чем проблема? Когда первая ловушка кидается, да, и она кидается на миликов, РДД нужно пробежать, потому что протопал далеко шаркающих отводит. Мы не пробежали, и Леголас стоял возле ступенек. На него кинулась чума, и он через рейд побежал. Ну, он, короче, не добежал бы никак. И что? И что? Чума по рейду пошла. Ну и что дальше? Надо диспелить на 3 секунде. Я не знаю, почему не диспелить. Может, подумали, он притворится мертвым. Ну вообще диспелит в трейде. Да я диспелю. Мне лечат, господи. Че ты не диспелил? Ну, потому что там довольно, ну как сказать, довольно трудно 3 секунды высчитать. Тогда на 2 секунде диспелю. Главное, чтобы не умирал человек. Потому что если человек не умеет выбирать позицию в рейде и двигаться параллельно рейду, чтобы не влиять, ну, на рейд своими действиями, то хил в этом не виноват. Но если человек уебан, как ты уже это сказал, то он уебан. Как он защиту диспальщиков? Просто если хант, который не двигается, ну, он не заслуживает. Не, ну ему тоже надо типа, кстати, кинуть. За ловушку. А, фантом не составляет труда двигаться параллельно танку и РДДшникам, если что. Потому что у тебя есть всегда, когда ты заканчиваешь кастовать вырвание. Двигайтесь, Вард. Почему вальки летают как на X5 багом? Это подожди, самогон. Не надо в сову. Будет в коте, чтоб еще один стан был. С двумя орудиями. Какой
Какой КД стан у Роги? У него нету КД. 20 секунд. Есть. А, да? Есть. Могу он спекается в собой, если хочешь. Короче, первая волна валик, джаспанк в кружок, ромб, анубис, трусы, банамор, вторая волна валь, трусы, айощи. Роги по КД станете вальки. Чик на пул. Ринслер готов? Не, тебе не станет. Станет по команде. Дайте бафы, пристабаф, интеллект. Спекните кота, вы чё? А до этого он в коте был? Ну да, блин, 4-5 варов бафать. Ну давай, спекайся в кота. По сути, рогам и хантам еще дают. Неужели приключение хваленые силы? А я про это что-то не подумал. СС хоть дай кому-нибудь. Кому-нибудь? Ну кому-нибудь. Камень лежит там, скажите кому. Я не буду. Ну лучше вообще протопало, мало ли опять такая же ситуация будет. Будем не поднимать его. Он у нас 5.7 там, по-моему. Смотрим, ловушка. Великий в квадрат. Чума 3 секунды. Одна секунда. Конскьюрит, чума. Диспел. Ловушка на великий в квадрат. Ловушка на РДД, чума 3 секунды, 1 секунда, Void Doom, чума, Dispel, ловушка, смотрим, РДД ловушка. Зачем ты сейчас проводил его? Ловушка на милики, квадрат, ловушка на миликах, чума 3 секунды. Таби, чума, блядь, куда ты леща понял? Испейл ее, блядь, почему опять ты не сбил? Она ж, блин, просто слоупочит. Не подымайте. Веди на край леща. Сама себя не можешь диспейлить? Да похуй. Надо задиспелить само себя. Давай, кузырь, гим на ману, ставьте тотемы. Секьюрити, ставьте тотем. Thank you.
звезду встали, кружок, джазпанк, ромб, анубис, трусы, банамор. Давайте валькира. Кружок играем. Пара схватила. Гефест, стань кружок. С центра все вышли. Осквернение смотрим. Гутербол, осквернение. Ром добить. Давайте рост. Трусы добить. Трусы 200 тысяч. Звездочку становимся. Джаспан, кружок, анубис, ром, трусы, айоши. Звезду встали. На первых валиках разбегаемся к трону. Разбежались. Отбежали от черепа. Играем в кружок, трусы. Короче, все вальки сливаем. Время есть. Давайте трусы. Станьте кто-нибудь трусы. Трусы сейчас играем. Ром добить. На рендже становимся, осквернение 3 секунды. После осквернения в центре идем, становимся как на первых вальках. Джаспанк, давайте все в центр. Кружок джаспанк, оно без ром, трусы банабур. Быстрее звезду. Так, прожимайся, БДК, Р-Шама схватила. Козырь, давай гимн отхил. С центра все вышли, осквернение 3 секунды. Кружок добить. Все, на рейндж вышли, с центра вышли. И глаз осквернение. Опять иди в центр лича. Бля, я забыл про трусы. Чего трусы отпустили? Сука. Мне ты там стоял. Да он уебан не там стоял, согласен. Звездочку встали, джаспан, кружок, анубис, ром, поющие трусы. Вальки играем. Еще, бля, уебаны, как вы стоите вообще? Вот скажите мне. Три разные стороны. Замедлите ромб. Олег, я кружок. Трусы замедлить. Давайте все на край, играем в трусы и переводим мяча. Где захил по рейду? Бля. Да я подниму я. На край. Я каплю дал БДК. С ним на край идем. Инера гутерболу заливаем. Рейндж все набрали. Играем в кружок. Козырь будешь. Не козырь. Короче, козырь духов будешь сливать в комнате. Мизантроп будешь хилить рейд в комнате. Звездопадаешь и хилишь потом рейд. Все помогаем подхиливать рейд. Шэдоу ДЦ с погим на ману, гутербол поставь тотем, если есть. Шарики слить, видите, урон проходит по рейду. Падаем. Там нормально, вы чё, там минус. Давайте, ложимся, сейчас будет ДП за шары. У нас уже байра были. Ух, у меня эти байра. Учимся играть. Так, два ханта била сферу, приз немного еще побил. Thank you.
за сферы вам. Ноль дамаги в сферы. Сейчас 3-2 вара умерла из-за того, что вы не били сферы. Уже минус 5. 5 рассуждений неверно. Там просто хил сдох, остается 2 хила. Ну, не топовых, я так сказал, что типа там могут поднять рейд с нуля на фокус. И сферы сейчас были на в мини-зоне, и они дамажили мини-зону. Еще мы сферы понимаем, что они из-за того, что надежда, что да, я договорю. Ну, это бессмысленно сейчас обсуждать. Ничего не понял, что вы говорили, вы вместе одновременно говорили что-то. Сливайте сферы, не будут люди падать. Даже с двумя хилами. Есть шкафчик? Стойте в метке, звездочки. Два человека улетало куда-то в разные стороны. Из-за этого мы тоже сейчас вайпнемся. Как Кранка вообще умерла? Не туда летела. Хватит бафы. ДПСа дофига, мозгов нифига. Чек на бафы. Лапу дайте. Каску по варам еще раз. Сколько? И один сток. У нас пятеро. Ну я бы постакал. Но вы слишком много слакаете. Я отвлекаюсь, не могу стакать. Вы стакать пятеро, это с учетом, что я стакаю, то есть всем остальным по разу надо скинуться. Остальных надежды особо нет, я уже понял. Что? Извини. Трубл, ты все равно дисплеил все, даже вот эти таби, ты видишь, что люди не могут сами себя дисплеить. Ну или, не знаю, пускай умирает и каждый трай получает ГП, может чему-то научиться. Главное не спойлить тех, кто не может себя не спойлить. Смотрим ловушку. РДД ловушка. Чума,
3 секунды выносим чуму в трэш. Таби, чума. РД, ловушка. Смотрим, еще одна ловушка. Милики, ловушка в квадрат. Чума, таби. Спел. Ловушка. РДД, ловушка. Чума, 5 секунд. А, ловушка, забыл сказать, РДД. Хатай, чума. Так, ее капля, наверное, по Номуру. Он один шаркарь по доступлению. Ханты, снимайте доступление. Милики, ловушка, отошли. Квадрат, череп. Сметка слетела. А, давайте на край, бля, забыл сказать, переходка. Давайте все на край, видите, квадрат уже. Брали все рейндж. Таб, бегим на ману. Security, тотем поставь. Мизантроп, консекьюрит, секьюрити иннер. Остальные друиды, гетерболы. Стойте, пожалуйста, звезде на второй фазе. Следующее ГП будет 300 уже. Кто не стоит в звездочке, улетает в другую сторону. Звездочку встали, кружок, джазпанк, анубис, ромб, трусы, банамур. Вальки сыграли все, через кружок играем. С центра все выходим, из крайней 3 секунды, 2, 1, ромб играйте, я в ромбике, 300 тысяч в ромб сейчас улетит. Трусы добить. Рост дали. Давайте также становимся, как на первых вальках. Звездочку искоренения к порталу выносим. Остальное рейд к трону смещается. Кружок, джазпанк, ромб, анубис, трусы, айоши. Искоренение 2 секунды. Первой валькой разбегаемся. Разбежались. Джазпанк, давайте, играйте вальки, кружок и ромб. В центре все выходим, будет искренне, потом валька. Так, кружок, джазпанк, анубис, ромб, трусы, дефест. Сквернение 3 секунды. Звездочку становимся. Давайте сюда в звездочку. Прожимайся, БДК, Эршам, Вальки. Кружок, Стань, Айоши, Банамур, ромб. Все, не надо, станет. Ромб больше. Секьюрити, хилевое исцеление танка центра, выйти, осквернение 1 секунда. Трусы добить. Ну, трусы 200 тысяч еще. Так, 3% до переходки. Вальки
9 секунд стоим возле звезды. К звезде сместились все. Все на край идем. Рейндж набрали все сейчас. Shadow DC с поги в наману. Мизантроп Inner Security. Консюрит Inner Гутерболу. DC скидал на кого-то. Кидай на Трандека. Играйте в второго духа. Шарики пусты. Следующего духа сыграли. Так, звездопады на комнату оставляем. Кресты и сушения. Второго духа добили. Давайте сила второго духа. Каскюрит, подними Анубиса быстрее. Шарик добейте, вдот от лича. Быстрее подними. Вставай быстрее. Вставай быстрее, захильте его. Дали бафы, пристабав лапу, кулак, каску, пороги. Кунами. Становимся в звездочку. Тотем поставьте на хаст и хильте, шаманы. Давай сакру и побежали. Да, сразу. Давайте духа, плеча в одной точке, пожалуйста. Бьем все с духа, все. Вижу духа. Тотем обновите. Все спрятались за лечом. Осквернение сейчас будет, выносим. За лича выносим осквернение. Хильте протопала БДК. Секьюрити. Хатай, поднимай конскьюри, да. Давай. Где у вас глаза находятся вообще? Забафайте сову. Пристабаф, каску посы, интеллект. Звезду встали. Ретрики, дайте мастера, у кого Shadow Resist стоит. У меня. Давай. Сейчас хлопнет бомба, пошли дальше. Канн, включи. Ладно, не включай пока. Давайте, звезду встали. Включай дух стаи сейчас. Включи дух стаи. Пошли. Когда выйдем с комнаты, выключишь. Пробежали дальше. Есть сакра? Давай сакру. Плохая идея, наверное, была, да? Нет. Не нормально. К звезде отходим, духи спустились, забили на леща. Банамур в таунте духов. Давайте, когда мы залетаем в комнату, хан сразу включает дух стаи. Идем за звездочкой. Скринение 5 секунд, выносим за леща. Фаермаг. Спрятались за лича. Мизантроп что-то под духами делает. Смотрите, что мизантроп делает. Жаждет крови. Так,
небольшая двухстая. Вы пришли, чтобы вершить суд над Артасом? Чтобы уничтожить короля Лича? Вы не должны... Давай, Соко. Когда я давал? Давай отхильте пока. Пока сделайте там в третью пати 50% у них хп. Оскорбление. Звезды все, черепа отошли, духи спустились. Да, это такой наёб был классный.